Тоже, все привет, свой папс, и сегодня мы продолжать играть в Lucky Skywars на моем. И сразу хочу сказать, что я создал комнату в Дискорде, то есть, ну, в смысле комнату. Нет, не приватную комнату, а комнату для всех подписчиков, то есть чисто для общения. Там чат есть и голос, ну и там все еще разделяется на несколько голосовых комнат, там стрим, публичная, гостевая. Ну, собственно говоря, в чем суть? Дискорд — это подобие TeamSpeak'а и... хотя там скайпа, только тут как бы, так скажем, все получше. Ну, в смысле получше, то есть можно просто подключать кого угодно, не надо давать свой логин, тебе никто не будет флудить, там звонить. И вот я решил, что, точнее не я решил, мне предложили создать эту комнату, и, конечно же, что я сделал, что я ее создал. И знаете, довольно-таки идея интересная, да. То есть теперь вот просто вот в описании есть ссылочка, просто на нее заходите, регистрируйтесь, подключайтесь к комнате, да и все. И, собственно говоря, вы можете мне писать там, разговаривать со мной, что голосом, что чатом, как-то мне будет без разницы, даже ваш возраст. Да заберишь ты вещи, алло! Ты издеваешься? Ладно, ну давай сделаем вот так. Думаю, так ты их точно заберешь. Я просто в чат сейчас не могу написать, мне как бы, ну, не лень. Времени нету. Окей, острота 2. И еще одна, это самое, вау. Так, возьму деревца немножечко. Слушайте, пацаны, вы пытались, конечно же. Окей, яблочко, яблочко одно, но все же яблочко. За этого я не могу тащить. Ну, собственно, знаете, знакомая тема. Не могу затащить из-за холодных рук. Это довольно-таки раздражает. Раздражает. Окей, минус один. Ну, почти минус. Он сразу же, падла, застроился. Там пацан с луком. Его мы сразу сталкиваем вот таким вот образом. Пацан пошел отсюда. Ну, я не знаю, что он, конечно же, хочет сделать, но... окей, я буду на ПВП. Буду удочкой толкать их. Окей. Ты сам подпрыгнул мне под удочку. Ни одного не столкнул. Это не прикольно, конечно же. Окей. Фух, пошел отсюда. Вах ты ж, ё. Почти, минус. Почти. Ну, почти не считается, это известно всем. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. А теперь иди отсюда, дорогой друг. Так, все, берем золотую кирку, что она самая быстрая. Класс. Только я к нему простроился, тут же ДМ. Ну ладно, сразу моя задача — это его столкнуть. Надо для начала ниже добраться до меда. Ну ладно, пацан. Это ты зря, это ты зря. У меня лук откидывания. Окей, все, ему жопа. Вот такая вот тяжкая катка. Я надеюсь, что во второй все будет получше. Потому что там бесит, все на этих позапрятывались. Ох, ладно, давайте приступим ко второй. Что же, вот, собственно говоря, и вторая катка. Не только для простого общения, и... блин, у нас без штанов, а вот штанина. Не только для общения, а и для съемок. То есть, если вам интересно запилить видос со мной, по крайней мере, с моим голосом, который будет давать указы. Ну, так скажем, указы. Я не могу иначе сказать. Указания. Ясно, босс памер. Пошел отсюда. Сразу столкнули его, собственно говоря, просто у него вещи не очень такие. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, на тебе. Опа, упал. Что же дальше? О, он тот флоу алмазник. Сейчас мы пойдем загасим. Слушай, не отвлекайся, ладно. Я думаю, я смогу его разобрать, окей. Фух! Что-то сложноватенько было. Я думаю, я сразу же сольюсь. Окей, давай на мидл. Эй-эй-эй-эй-эй! Слушай, ты моего этого... не трогай, дядь. Это плохо. Стоп, это... Я по своему стреляю, класс. Вот это горение. А, хотя я знаю, как это сделать полегче, только у меня воды нет. А, не, есть. Ё-моё. Пацан. Не, я, пожалуй, иду отсюда, а то тоже как он упаду. А, не, он не упал, слушайте.
А он в лаве держится, ясно. Окей, я наношу по нему один удар, и в итоге его фраг достается мне. Странный пацан, может у него огнеупорность, правда. Может он читер. А, он просто отжирается бесконечно. Но все же он умер. Окей, давайте попробуем пройдем и просто его убьем. Мне этот пацан не нравится, вот честно. Окей, тут везде острые дырки. Ты... Зря ты спустился туда. Ты тоже зря туда спустился, собственно говоря. Йо. И он в эту же дырку почти упал. Илья, зря ты туда спустился, вот. Теперь я сюда туда зря спускаюсь, собственно говоря, ну конечно же. Попал. Окей, убиваем его со спины вот так вот. Потому что больше некак. Фух, и он ливнул. О, тащер ПВП 3-3-3-3-3-3-3. Ясно. Я таких тащеров лет 100 не видал. Ну, псевдо-тащер, ну ладно. Ого, шути за меч, дядь. Пошел отсюда со своим тиммейтом грязным. Окей, я тупо вас... Сука, с этого стал... Ну ладно. Парам-пам-пам. Ну ладно, это... Боже ты мой. Давайте влепим еще третью каточку. Думаю, она влезет. Что же, третья скатка, катка Скайварса, 10-й дубль. Ух ты ж, ё, кто-то стреляет. А, слушай, они могут не долететь, стрела может. Так, окей, все, мы достроились. Я сразу беру себе удочку. Они, видимо, все залутали. Ну да. У них на пару два меча хороших. Если они сложили деревянный, то у них есть что-то получше каменного. Если они, конечно, не золотой взяли. Вообще не знаю, зачем сюда золотой впихнули, так как он просто полностью бессмысленный. Ну, почти. Окей, просто врываюсь и помираю. Зашибись, тема. Меня и тиммейт просто избивают. Это не топово. Этот вообще закопался. Вау. Собственно говоря, моя задача сейчас как-нибудь свалить отсюда. Вон, к примеру, тот мостик. А, это он за мной бежал? Тьфу. То, что понадобится. Он там, например, пацанёт. Пацан какой-то. Ого! Это что за бульдозер, алло? Пошел отсюда. Пошел. Воу, меня сейчас сольют. Фух. Я был близок. Надо было вначале отожраться. А, у меня ж почти фул маска. Ну ладно, это, собственно говоря, и вся каточка. Ладно. Это вся каточка. Три катки Скайварса. Ну что ж, собственно говоря, это все. С вами был Папс. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем пока. I'm a freaking chicken this day.